Если бы ваш малыш родился сейчас, он бы выжил, разумеется. Вначале было бы необходимо постоянное медицинское наблюдение. Хорошая новость. Маленькое тельце покрыто легким пушком. Благодаря пушку и так называемой сыровидной смазке кожа не размокает в околоплодных водах. В конце 32-й недели рост малыша 40-42 сантиметра, а вес 1 кг 700 граммов, 2 кг.